Тем временем некоторым челнинским домам повезло больше. Они попали в республиканский список по выполнению капитального ремонта. И в скором времени все их недочеты будут устранены. Об этом на совещании в мэрии рассказал первый зам руководителя исполкома Илья Зуев. В список попал 151 дом. У них отремонтируют фасады, инженерные системы горячего и холодного водоснабжения, заменят лифты и многое другое. До 15 апреля нам необходимо пройти экспертизу, получить положительное заключение по всем домам. И активные работы начнутся с 16 апреля. В настоящее время идут подготовительные работы к проведению ремонта. Стартовали и подготовительные работы по проведению капремонта на улице Шамиля Усманова на отрезке от проспекта Дружбы народов до Хасана Туфана. А в минувшую пятницу строители приступили к ямочному ремонту. Так, накануне они латали дыры на дорожном полотне, расположенном напротив главного здания «Автоградбанка».